В библиотеке имени Крупской начала работать выставка «Хорошие люди. Земли украшения», посвященная памяти Дмитрия Михайловича Грачева, человека-легенды, так рано ушедшего из жизни. Хочется поблагодарить Совет ветеранов города Азова, который проявил такую инициативу и организовал всех людей, которые очень хорошо знали Дмитрия Михайловича. Сегодня они пришли на эту выставку для того, чтобы вспомнить об этом замечательном человеке, показать свои музыкальные, творческие таланты, посвященные, в общем-то, памяти замечательного этого творческого работника. Читальный зал, казалось, не сможет вместить всех, кто хорошо знал и любил Дмитрия Михайловича, прежде всего за отзывчивость и человечность. Когда я пришел работать в городской дворец культуры, это один из первых человек, которого меня встретил. Мне очень было приятно познакомиться с ним. Тем более он мой сосед, и он жил на моем округе. Мне очень приятно и душевно, что я его знал, и он всегда в моей памяти. Азовчанам и жителям Азовского района есть кем гордиться. За активную трудовую деятельность Дмитрию Михайловичу были присвоены многочисленные звания. Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель Всероссийского профессионального музыкального общества, член-корреспондент Петровской академии наук и искусства, член Союза журналистов России. В память о светлом, отзывчивом человеке в августе этого года на доме, где жил Дмитрий Грачев, была установлена мемориальная доска. Я Дмитрия Михайловича знал 40 лет. Это обаятельный, умнейший человек, который мог стратегически мыслить. Очень болел, переживал за культуру в районе, в городе и в Ростовской области. Сам был творческим человеком, играл в духовом оркестре и создал целую сеть школ искусств, духовых оркестров, народных творческих коллективов. Участники встречи с теплотой вспоминали Дмитрия Михайловича, его любовь к жизни и способность оставаться человеком в любой ситуации. Это для меня идеал, потому что я не знала таких людей справедливых, добрых, работоспособных, ни до него, ни вот без него, и навряд ли уже мы таких людей встретим. Мы очень всегда вспоминаем его с теплотой, с таким с душевной любовью, и нам его не хватает, конечно. На встрече присутствовали музыканты, поэты, артисты. Каждый из них считал своим долгом внести маленькую лепту в этот вечер, посвященный на редкость доброму, отзывчивому и талантливому человеку. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Кучиц, Азов.Инфо.